Строительство амбулатории, офис врача общей практики в хуторе «Рассвет» идет строго по графику, хотя и зависит от погоды. Об этом нашей телекомпании сообщили в управлении здравоохранения Анапы. Представители городской администрации побывали на площадке и оценили ход работ. В настоящий момент готовую коробку зданий штукатурят снаружи и изнутри, параллельно укладывая проводку. В этом здании площадью более 200 метров будет принимать врач общей практики. Учреждение будет оборудовано современной техникой и удобным для маломобильных пациентов. Здесь будут наблюдаться и получать помощь жители хуторов «Заря» и «Рассвет». Сегодня медики добираются к ним из села Гайкадзор. Туда же необходимо ездить на прием. Открытие амбулатории сделает медицинскую помощь более доступны для 3000 жителей муниципалитета. Прием будут вести у нас врач общей практики, он уже есть, он уже обучен. Мы укладываемся в график работ. Сейчас уже зависит, конечно, много от погоды, чтобы быстрее у нас высыхали внутренние работы, штукатурка. Но я думаю, что в этом году будет уже завершено и сдано в эксплуатацию здание.